творчество Васи Ложкина люди или обожают, или считают полным шлаком. Равнодушных нет. В основном на его картинах коты, безумные бабушки и такие же дяди, а еще алкоголь и немного политики. Нарисованы они в стиле примитивизма. Но от этого, говорят почитатели, эмоциональная составляющая работ становится только сильнее. Стиль такой живописи сам автор называет мистической карикатурой. Кстати, все прототипы Ложкин рисует с себя. Я не Леонардо да Винчи и не Шишкин. Шишкин мой любимый художник. Вот. И, конечно, это не, ну, это не большая живопись, скажем так. Самокритичный. Ну, я не самокритичный, я скорее реалистичный. В целом, этими сатирическими рисунками художник, кстати, блогер и музыкант Вася Ложкин, а по паспорту Алексей Куделин, высмеивает современный образ жизни молодежи из неблагоустроенных городов. Все действия на депрессивно-смешных картинах проходят в вымышленном городе Кобылозаводске, населенном патриотичными и работящими жителями, которые решают свои житейские проблемы и отдыхают на фоне общей неблагоустроенности. Работы же из серии «Море зовет», созданные специально для курортного Сочи, зрители увидят впервые. Здесь все те же персонажи, только из Кобылозаводска они перекочевали на море. Таинственное и страшное, ласковое и родное, жестокое, непокорное, всесильное и бесконечно прекрасное. Таким его видит Ложкин. Рисую, как вот получается. И это нравится людям. Ну, там коты какие-то, безумные старухи. Стараюсь никого не злить, не эпатировать. Ну, так, в мягкой форме. Дело души, естественно. То есть вот все, что я нарисовал с любовью. Стараюсь складывать несколько смыслов. Не один, а прям вот, чтобы человек, зритель, был соавтором картины, чтобы он смотрит на нее и в силу своего там образования, еще чего-нибудь, он понимает, а, это же вот про это. Хотя я даже и не об этом думаю. Ну, но это, и это секрет успеха, что надо человеку, зрителю дать возможность быть соавтором. Вася Ложкин, к слову, этот псевдоним он придумал, работая корреспондентом в газете. Оптимист. Все его истории, рассказанные на холсте, сначала будоражат ум, но заканчиваются хэппи-эндом. Кота-художник Вася Ложкин – один из самых легендарных персон Рунета. Его наивные, на первый взгляд, картины в традициях народного лубка на самом деле поднимают остро-социальные вопросы. Алкоголизм, дикость, расизм, безнравственность общества. Увидеть все это воочию и совершенно бесплатно можно в арт-галерее «Форд». 18 сентября.